Магазин 2021. Анастасия, скажите, пожалуйста, как для вас прошел 2020 год? 2020 год, в принципе, как бы для нашего региона, мы из города Казани, прошел очень хорошо. Даже могу сказать, в связи с пандемией, если какой-то бизнес уходил в минус и закрывался, наш продуктовый магазин у дома, наоборот, они развивались, повышалась выручка, клиентов стало больше. В принципе, закончили 2020 год очень хорошо. А скажите, пожалуйста, за счет чего у вас такие потрясающие результаты? Потрясающие результаты за счет того, что во всех наших магазинах предусмотрена горячая выпечка, готовая еда, кофе с собой, пирожное, свежие фрукты. Так как заведения все были закрыты, естественно, клиенты все приходили к нам в магазин за готовой едой, за выпечкой горячей, за напитками. Спасибо, Анастасия. Друзья, берите пример с Анастасии. Оставайтесь с нами. До новых включений.